Интересный турнир, достойные соперники, команды сильные, в общем-то, интересно играть. Впечатление хорошее, организация, ну, отличная, вот, играем на стадионе Гомеля, вот, отыграли одну игру, выиграли 3-1, в общем, все хорошо проходит сейчас, вторую игру будем играть. Замечательные впечатления, уже не первый год играем, ну, все нравится, команды сильные. Как бы конкуренция хорошая. Возможно, ну пройти в полуфинал хотя бы там уже вот так. Победу. На победу. Ну, выиграть, конечно. Занять первое место. Раньше участвую, но, ну, как бы, в разных командах, как бы, вот. Вот, раньше участвовали. Ну, моя команда, ну, вообще мы в компании общаемся в одной. Ну, ходим там играть в разные места, вот. Ну, вообще, дружим 4 года. Ну, я второй год участвую в этом турнире. И какие достижения у вас были? Третье место в прошлом году заняли. Место, да? Ну, как вот по такой жаре, не сложно? Ну, сложновато, привыкаешь, что сделать, надо играть. Да, и как участвовали, ну, мы попались на сильного соперника очень, на сенеж команду. Ну, и нас сразу выбили, они заняли первое место. Ну, вы уже так со временем, с течением турниров уже знакомитесь с другими командами? Да, да, конечно. Представляете уже силу других, да? Да. Ну, вот сейчас тоже будет соперник серьезный, 1-8. Ну, постараемся выиграть. Да, ходим на матчи Гомеля, смотрим болельщиков Гомеля.